Всем привет! Пришла посылка с интернет-аукциона «Мешок», точнее письмо. Отправление первым классом. Доставка у продавца не очень дешевая, но и недорогая. У этого продавца покупали первый раз. Посмотрим, что он прислал. То есть запаковано еще и в конверт. И еще все это вот так упаковано. Как всегда, придется долго распаковывать. Но с другой стороны, пусть лучше запаковано будет хорошо. Наверное, это даже еще на картонку. Еще конверт, конвертик, конверт, конвертик. Но это не конверт, это лист бумаги. И вот так это все прислал продавец. Выиграл я купюру Сочи. Ну, вообще, упаковано. Супер. Выиграл купюру Сочи. Обошлась она мне, ну, в принципе, не такая дорогая доставка была. Я выиграл ее за рублей 70. Это серия АА. И, ну, 100 рублей, наверное, доставка, где-то 170 рублей, в принципе, недорого. У меня есть другая серия еще, по-моему, надо две маленьких буквы купить. Ну, это, наверное, новенькая, раскрывать не буду. Это, по-моему, число, наверное, когда я выиграл. И все вот так на картонке. То есть вообще супер красиво. Продавец молодец. Но это все по аукциону. По-моему, я ничего не докупал, или, может быть, у него нету ссылку, я оставлю на продавца. Ну, вот так все это красиво упаковано. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.